Что тут у нас? О, очки армии появились. Можно, в принципе, набрать себе парочку паучков. Сейчас посмотрим. Так, обычно продолжение у меня вот сюда. Вот лагуна разбогатела на обширных залежах тимония. С недавнего времени рудники были автоматизированы с помощью мианских технологий, что еще больше увеличило прибыль. Если я не ошибаюсь, здесь у нас будут механические пауки всякие бежать, и будет босс большой механический. Так, и, наверное, надо будет нанять кого-то. Вот, хотя бы так будет отлично. Так, здесь это хорошо, что я развил. Так, здесь танк, потом его надо будет нанять. Так, здесь разрушитель. Ну, самое крутое — это открыть хотя бы вот это и вот это. Базовая есть, а потом уже улучшенные, там просто хп больше и урона больше. И что первым взять, я даже не знаю. Ну что, поехали тогда сюда. Так, враг укрепил позиции в Монталагуна, возможно, нам стоит атаковать более слабую цель, например, Ранкони. Ага, не дани гуся, мы сюда идем. Падальщики Монталагуны. Монталагуна охвачена беспорядком, все механические устройства в городе вышли из-под контроля и подчинили бывших хозяев. Более того, они начали создавать новые механизмы. Не понимаю, как такое стало возможным, но мы должны все разведать. Монталагуну терроризируют боевые машины неизвестной конструкции. Кто их делает и с какой целью, неизвестно. Но я это обязательно выясню. Надеясь найти у нас защиту, народ Монталагуны перешел под наше управление. Надо выяснить, откуда берутся эти механизмы. Вокруг этого города очень мало свободной земли. Надо как следует обдумать, где и какие районы строить.
Вот зараза, а. Теперь у нас достаточно сил, чтобы нанести удар. Тар, вперед, на гору! Там в горах два рудника. Их нынешние хозяева — воры и головорезы. А настоящих владельцев они убили. Не могли бы вы разобраться с этими подонками? Сейчас разберемся. Thank you.
Так, что тут задание? За дополнительные рудники дают очки, а нам это надо. Так, это не дает. Как защитить? Обнаружить источник и убить, наверное, кого-то там, босса этого.
На вершине горы мы обнаружили три свалки. Кто-то берет там металлолом и собирает из него эти машины. Пока эти свалки не будут уничтожены, мира и покоя в этих краях не будет. Если вы пойдете в шахту, мы пойдем на поле боя.
такой бы штукой поуправлять. 4000, наземная 60, воздушная 100. Офигеть. Наконец-то можно подраться!
Победа! Теперь Монте-Лагуна в безопасности. Но кто же делал этих механических злодеев? Отлично. Дождь побежден. Мы заставили его войска отступить. Зато теперь у нас можно выучить вот это вот. Обычная карта вроде как.